Так, делишки-ребятишки, с вами снова Банана, и вы сейчас спросите, а чё у меня так темно? У нас свет отрубило, и он работает только вот там вот, вот там вот, вот с той стороны, всё, больше его нигде нет. И вот я вот сейчас думаю, там, наверное, проводка сломалась, но нет, скорее всего, потому что я без понятия, из-за чего это. Это житель там, там бесконечный, блин, ну всё, это капец. Друзья, у меня проблемки. Так, Голем, ты чего понял? ACP бесконечный голем. А все, да, это мне надоел уже. Голем дурацкий. Так, дайте угадаю, это собой чары тут, да, уже лево. Я за тебя дом сломал! Ёлки-палки, я из-за него дом весь поломал. Но не весь, но немного поломал. Ты чё вообще обалдел уже? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кому-то плохо будет. Ну, жителям вот этому. Причём странно, снаружи свет работает, но типа, зачем что-то чего-то другого? Хватит там орать. Да успокойся ты там уже. А, доброе утро, кстати. Это я думала, это тот, который другой житель. Прости, короче, здорово. Я сегодня не собран, короче, вообще, поэтому у меня сегодня так, вот так вот все. А, хорошо. Ты тихо-то, не падай ты. Так не буду. А чего у нас так темновато? Так это, свет отрубило, только в одном месте работает он. Я сейчас возьму, наверное, тут у меня запасная это есть. Провод запасной, если что, сейчас им подключу. Гамимод Survival. Гамимод Survival. И погнали посмотрим. Друзья, продолжаться бесконечно, поэтому... Лошары! Что могу сказать? Голема нехорошего, судя. Так, не запрещено зайти, ничего не делать. Так, поэтому гамимод. Survival. Эмоции нормально. Только посмейтесь сказать, что мы уже новый голем создали. Не, ну надеюсь, этот голем будет нормальным и вам будет пофиг. Конечно, я бью этих жителей, потому что они вообще обнаглеевшие. Я закрываю. Да ладно, быстренько. Хорошо, проходи. А, ты со мной? Хорошо. Так. Давай, за мной. За мной. А, вот и проводка, да. Смотрим. Все. Работает.
Так, вот здесь очень много. Так, теперь заряжаем факела. И вроде бы теперь они должны работать, потому что я их убрал, потому что это теперь бесполезно было. То есть попробуем включить тогда. Так, работает, работает. Работает, работает, работает и работает. Все замечательно, работает. Так, что там у нас на компе нового, кстати? Опять механик? Да вы что, издеваетесь? Так, давайте я перезапущу сейчас комп. Все, я перезапустил. Так, сейчас еще раз. А, вот, нормальный ключ. Ха, это я сломал тебе проводку. Жди нового задания. Я еще не придумал и не подготовил его. Понял. Мне этот механик уже надоел сейчас. Я не сколько его боюсь, сколько он меня бесит уже. Теперь мы можем хотя бы спокойно. Что? Назбирай. И вы можете еще семена забрать, кстати. Мне тоже не нужны. Да уж. Да ладно, тортик, что я не хочу тем более уже. Сейчас на тортик. О, давайте проверим тут секретный бункер, который там. Что за секретный бункер? Да это я там играю. А, хорошо. Что, как игра называется? Секретный бургер FM. Ладно, закачаю. Так, друзья, если что-то такое на самом деле нет. Так, быстро. Меня уже спалили? Нет, меня еще не спалили. Да, ТНТ не прибавилось. Ну, слава богу. Ну, вообще его нет тут. Это прикол такой? Для этого голема, я понял, нужно клетку построить. Потому что так не пойдет. Бедроковую. А, и мне все равно этот бункер уже не нужен. Тем более теперь в него никак не попасть будет эту клеточку. Так. Можешь остановиться, я хочу как бы тебя закрыть. Блядь. Я понимаю, жители старались над тобой, но ты какой-то тупенький получился тоже. Делайте нормальный голем. Меня бесит голем за то, что вот они такие старые злые на меня. Я же могу секретно это сделать. Give Andrei Effect yours. Я себе дал. Как пойти-то сюда? Так, друзья, вот я и короче зашел в свой дом. Так, надеюсь, Hero Village мне поможет. Гамимод Survival делаем. И надеюсь, теперь... Смотрим. В окошко. Я просто не хочу, чтобы мне дом разносил. Потому что он, скорее всего, может.
Я этих големов теперь вообще просто ненавижу. Ты что? Но в таких случаях я это сделала. Золотое вообще-то надо меч в руки, потому что он самый крутой. И сейчас я кого-то... Хотя бы бесконечный источник железа у меня есть. Тыкву в руки, в зубы, в пупе. Раз, голем. Они второго не создадут же, да, надеюсь? Давайте-ка разбегаем вот туда вот и попробуем гамемод сурвайвл сделать, и вообще что-то из этого получится. Мне просто интересно, он сейчас опять начнет на меня орать или это как-то успокоится? Я, если что, этого монстра времен буду слышать. В принципе. Нет. У меня даже запасной кровати нет. Вообще, да? Эх, жители, жители, что у вас за жители? Из-за вас мне приходится туда-сюда. Из креатива в сурвайвал, из сурвайвала в креатив. Еще одну кровать доставать, на елки-палки. Скоро тут вся деревня будет спать в моей комнате, такое ощущение. Красная кровать. Эх, столько воспоминаний о тебе, красная кроватка. У меня даже места нет для этой кровати. Хочу, будешь спать... Где ты будешь спать? Да. О, вот здесь будешь спать. Добро пожаловать на борт. Все. Вот так как-то, друзья, у нас мы живем опять. Жив. Ладно, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и всем пока! Давайте, пока-пока, всем.